Итак, всем привет! Сегодня у меня снова новый обзорчик под названием Milky's Banan. Газированный напиток. Производство Южная Корея. Корейцы сделали. Не знаю, правда он со вкусом банана или нет. Сейчас попробую и скажу, понравится мне этот лимонад или нет. Итак, начинаю пробовать Milky's со вкусом банана. Да, реально чувствуется банан. Такой же вкус, как у бананового сока. Да, я, кстати, когда пробовал, надо будет найти банановый сок и сделать на него обзорчик. Очень хороший, вкусный. Понравился мне. Южная Корея подвела. Целая, как бы сказать, десятка. Очень хороший совет, такой лимонад из Южной Кореи, кстати говоря. Но вот такие напитки, их в магазине редко бывает, их надо в интернете заказывать. Лазать на корейское... Есть интернет, где можно заказать в интернете, и потом вам привезут такие же разные вкуснятины, которые выпускают, которые можно купить только в Корее. В России они редко бывают. Ладно, всем удачи и пока-пока.